У здания школы номер один в Чистополе – памятный митинг. На стене образовательной организации открывают мемориальные доски, посвященные двум выпускникам – Фаргату Сиразетдинову и Илье Салимзянову. Это участники специальной военной операции, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Мы с первых дней находились в зоне специальной военной операции, выполняя с честью и достоинством долг перед нашей страной, перед Россией, перед нами. Перед нами стоит большая задача перед будущим поколением, чтобы слава наших ребят, которые находятся там и которые отдали свою жизнь за нас, всегда была в памяти у всех поколений и будущем. Участники митинга – глава района, школьники, учителя, родственники и семьи погибших бойцов. Еле сдерживая слезы, воспоминаниями о своих близких поделились супруги солдат. Именно им предоставили право открыть мемориальные доски. Фаргат Сиразетдинов отправился на специальную военную операцию добровольцем. Илью Салимзянова призвали в ряды вооруженных сил России по мобилизации. Они оба до последней секунды своей жизни оставались верными воинскому долгу, защищали интересы своего отечества и будущего России. Почти в память земляков минуты молчания участники митинга возложили к мемориальным доскам живые цветы и зажгли свечи. В память о погибших бойцах мемориальные доски установили на зданиях еще 6 школ Чистопольского района. Прошу почтить память выпускников.